Ой, да, чего тут здесь только нет. Такой буфет. Тоже уже 19 века. Такая картина. Ага. Какой-то фон барон. Ясно. Все очень древнее, ребята. Все очень древнее. Картины. Чайницы по 7 евро, слоник 45, какой-то шкатулка китайская 15, 6. Арлекин большой. Интересный. Сундуки вообще им лет по 300 уже. Ну, этому точно 300 лет. Этому тоже лет 200. Ну и, кстати, любят покупать. Очень большой такой декоратив. Так, это картина большая. Масло. Картина. Так снимаю, что вижу, понимаете? Без особых пристрастий. Очень старинные, кстати, вещи. Подсвечники. Похоже на эбонит. Нет, это не эбонит, конечно. Но или палисандр, в общем, что-то старинное, конечно. Качественное. Фарфор настенный. Рога, как обычно. Стол. Тоже стол красивый. Рога. Такой столик. Люстра. Очень старинная люстра. Картины охотничьи.
скажу. Масло. Это масло. Ну, что-то цена не стоит, но написано хорошо. На фанере. Лебедя. И большой лебедь тоже. Кресло. Рог лося. Картины. Очень древнее полотно. Это уже очень старинные вещички. Такая лампа, кстати, фарфоровая. Вот, кстати, солидные. Солидный буфет. Крутейший, высокий. Это, ребята, вот уже лет 200. Шуман. Шуман. Фасетированные. Нет, они не фасетированные. Я ошибся. Ну так, ничего. Работа неплохая. Очень стройный буфет. Это Шуман, ребята, довоенный. Картина. Так, приемников здесь масса всяких. Thank you.
Всякой техники полно. Такие вот здесь наборы для специй всяких там, соли. Это коленками становиться во время молитвы. Вот тоже якобы аутентичная вещь. Сколько она стоит? Непонятно здесь. Что-то я не вижу. Ну такой ничего диванчик. Неплохо. Неплохо. Такой керенский. И еще один двойной. Это да, это не кисло. Это не кисло, ребята. Цена тут что-то. Да. Мебель довоенная. Мебель довоенная, да. Лампа тоже очень древняя. Зеркало. Тут всякие медали какие-то юбилейные. Вот очень древние тоже экземпляры, просто очень-очень древние. Вы их видите. Буфет стильный, кстати. Это признак очень большого стиля. Маленькая голова и жирное тело. Это особый такой джаз. Особый стиль. Такие узоры. Да. Ну, тоже древние-древние вещи. Уже узнала, сколько весь этот сервис стоит. Это еще 19 век. Смотри, какая прелесть. Да. Такой рельеф вообще обалденный. Сколько труда вложено в это? Ну, конечно. А ты думала, конечно, это... Это все ручная работа. Посмотри. Это все очень ручная работа. Абсолютно разные мотивы. Это антик. Да. Это антик. Куда тарелка? Это, а тарелка как фарфор? Я не знаю. Легкий. Thank you.
Это очень мощно. Это Bradex. Я сразу покажу туда, где я свои вещи ношу. Так, это, ребята, очень сильный антиквитет. Если сказать просто выдающийся. По словам владельца магазина, он как-то у людей сохранялся хорошо и пережил очень большие какие-то катаклизмы, но как-то успешно пережил. Вот тут номера все есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В принципе, нормально. Кстати, крутые трио. О, терракотовое трио, кстати. Тоже крутенькое. Так, статуэточки мельком покажу. Неприличная Афродита. Вот видите, как вся красота. Вот эти. Мальчик с девочкой. Это Тюник Порцелан тоже. И там вверху очень большая картина, классная. Ага. Да, это витринка, да? Симпатичная. О, ее надо просто протереть этим маслом. Это ореховый шпон. $800 ребята. Я. Да, вот 800. Да.